Добрый день. Коротко о главных новостях сегодняшнего дня. Дорогие зрители, сегодня 2 мая празднует свой день рождения всеми любимая и обожаемая девушка Анастасия Галиницкая. В связи с этим событием ее спешат поздравить ее брат Максим с его супругой Кристиной и любимым племянником Сашей. В связи с этим радостным событием они желают выразить Анастасии свои пожелания. Крепкого здоровья, много счастья, любви и доброты со стороны близких, родных и любящих Анастасию людей. Позитивно смотреть на все трудности жизни и с легкостью решать любые задачи. А еще они передают, что они очень соскучились. И давно мечтают о том, когда мы все соберемся в тихом семейном кругу и, наконец-то, увидимся друг с другом. Еще раз с днем рождения тебя, Настя. Будь счастлива. Твои любимые родные. Максим, Кристина и Саша. С днем рождения!